А следующий аромат, о котором я хочу поговорить, он эмоционально для меня связан с зимой и Новым годом еще с детства. И с тех пор он то по сей день для меня окутан тайной и черной магией. Мажинуа от Ланком. Черная магия. Да, чтобы говорить о таких шедеврах, просто ну, невозможно уложиться в обыкновенные фразы, связанные, сделанные из обыкновенных слов. Нет достаточно слов, чтобы описать всю его красоту и магию. Конечно, у меня есть винтажные духи, версии некоторые, но ими так особенно не распользуешься, это, конечно, дорого. Но вот эта версия «Туалетная вода» новая, на мой взгляд, очень достойная. И это мой не первый флакон, и когда я в этом аромате, я знаю, что я в Мажинуа. Я ощущаю эту всю полноту, полноценность и магию этого аромата. А с детства у меня связан этот аромат, потому что это был любимый аромат долгое время одной замечательной женщины, мамы моей подруги, соседей напротив. Мы с детьми все время шастали друг к другу, играли. И она замечательная, красивая, добрейшая женщина. И в их коридоре всегда на зеркале стоял флакон духов в коробке. И самое интересное, что летом я к нему не притрагивалась. Но зимой он так распространял свое благоухание вот в теплой квартире и просачивался на эту холодную лестничную площадку. И каждый раз, когда я заходила к ним домой, первое, что я делала, я хваталась за этот флакончик, тыкалась туда своим носиком, так, чтобы остался запах на носике. То же самое я проделывала, конечно, со всеми мамиными духами. Очень аккуратно, никогда ни одной капли я не разливала. Поэтому мама от меня не прятала духи. Сейчас, конечно, у нас тоже очень теплые дружеские отношения. Правда, мы далеко, они сейчас в Израиле. Катрин, привет! Я их очень люблю, и для меня эти ассоциации с этой женщиной замечательной. Я просто счастлива, что они мне часто о вас напоминают. Мне лет 6-7, мы бегаем, играем. На улице мороз и снег. Наши семейные суетятся на кухне, делают салаты, оливье. И наши красавицы мамы, вот эта предновогодняя суета. Мы носимся туда-сюда, гирлянды, елка мигает. И стоит на зеркале в коридоре, благоухает флакон Мажинуа. Вот так у меня прочно сложилась с ним ассоциация. Это зимний праздничный аромат для красивейших и обольстительных женщин. И вот до сих пор он меня не выпускает из этих своих чар. Позже я, конечно, понимала, что он в качестве использования для меня он достаточно тяжелый, горький, совершенно странный. Ну, когда вот в 90-х эта вся горячка началась, свежаков дешевеньких. Это все что-то было из области фантастики, из области прошлого, бабушки и так далее. Но вот буквально недавно я к нему вернулась уже полноценно. И просто заново влюбилась. О боже, это вот это настоящее магическое зелье, что действительно не передать в словах. И я точно могу сказать, для меня новая версия совершенно не оплошала. Конечно, много чего здесь не хватает, что есть в винтажных духах, но это очень достойные духи. Я узнаю, это абсолютно носибельно и узнаваемо, это Мажинуа для меня. Это настоящая магия. Это как запустить руку в котелок ведьмочки и выцепить оттуда охапку этих еще не растворившихся, не разварившихся травок, этого зелья, и вдохнуть этот аромат, растереть цветки, еще не промокшие между пальцами. Боже, это не описать словами. Это горечь и сладость, это нежность и терпкость, это много тайн и загадок и обольщения. И такой у него богатый состав у этого зелья. Аромат мшистый, и горьковатый гальбанум, и где-то сладостный дух. Вот не то чтобы сладкий, а это мед. Это сладкий мед. Ой, тубероза здесь захватывает и зачаровывает просто. И мира там есть, и ладан. Шипрово-зелено-цветочное зелье. Медово-пряное зелье красавицы-ведьмы. Этот аромат исходит от красивейшей женщины. В эту новогоднюю ночь нет ничего невозможного. Никто не устоит перед его чарами. С этим ароматом в новогоднюю ночь почувствовать себя наполненной,
никакой опустошенности, глубина и богатство внутреннего мира, уверенность и стремление. И все загаданное обязательно сбудется. Ведь никто и ничто не устоит перед вашими чарами. Вот такой он для меня Мажинуа. А вот с этим ароматом, я думаю, мало кто знаком. Да и вообще с этим брендом. Это ирландский нишевый дом Клун Кин Ателье. И мой новогодний аромат от них называется Кастанья. Каштаны. Я, конечно, познакомилась с ним летом, но мне уже хватает мозгов, чтобы не выносить вердикты, уж тем более не избавляться от зимних ароматов летом, что я успешно проделывала еще несколько лет назад. И когда я его попробовала летом, я тут же вслух воскликнула: «Так это же аромат Рождества!» Я расплылась в улыбке, закрыла глаза и перенеслась в эту вот новогоднюю рождественскую атмосферу. Это вкусный, уютный запах жареных сладких каштанов. Это аромат, который переносит во времени и в пространстве. Аромат атмосферы, аромат настроения. Для меня он такой родной, такой уютный. И реальный, и сказочный. Потому что когда так тепло и хорошо, и радостно на душе, всегда трудно в это поверить, и кажется, все это сказка. Это улочки Европы с дымящимися каштанами, с разливающимся глинтвейном, с лоснящимися от глазури кренделями. Но каштаны дымятся и так благоухают сладкие, что они здесь просто перебивают все. И вообще трудно мимо них пройти, не прихватив кулек. С этим кульком зайти в уютное кафе и за любимой книгой переместиться в другой мир. Мир сказки, новогодней сказки. В этом аромате всего 4 ноты. Каштаны, лист смородины, ветивер и жасмин. И все здесь так богато, так наполнено эмоционально. Все так трогательно звучит, как рождественские песни. Это аромат унисекс. Есть в нем что-то мужское. Но что-то такое родное, такое уютное. Это папа. Да. Это когда выходишь из дома, чтобы пройтись по рождественской ярмарке, и одеваешь папин теплый шерстяной шарф в клеточку. Это дом, уют, Новый год в кругу семьи. А что может быть лучше, когда родные рядом? Это такое счастье. И есть тут у меня еще один красавчик. Флакончик в прямом смысле красавец, аромат от Кристиан Лакруа «Тюмульт», что в переводе означает «переполох». Этот флакон, мне кажется, даже похож на оформление такое новогоднее, рождественское, и он действительно, знаете, вызывает у меня такие ассоциации, это предновогодний переполох. Этот аромат, уютно устроившись на кашемировом пальто, в принципе, может быть замечательным спутником в прогулках по морозным улицам с яркими магазинчиками. Вот этот вот предновогодний переполох вокруг. И, цокая каблучками, можно гулять с сумочками, одаривая всех улыбками, получая комплименты и поздравляя незнакомых людей. Вот он, переполох, в чем заключается. Когда действительно ничего на самом деле не тревожит по-настоящему, а только самые приятные хлопоты. Но это уверенность, что все успеешь, когда наслаждаешься каждым шагом, каждой улыбкой, каждой покупкой. Такой уютный, гладкий аромат, такой игривый, веселый и элегантный. Непонятно, он теплый или прохладный. Это розовый аромат, роза, тепло-прохладная роза. Очень уютно пудровый аромат. Здесь и глубина, и свежесть рождественского бальзама из розы, ириса, гелиотропа, мандарины и фрезии. И это мягкая, уютная база из пачули и бобов тонко. И очень освежающий, но уютный мускус. Это игра, переполох. Легкомысленный, но очень элегантный и выдержанный аромат, гармоничный. В предвкушении того самого главного часа полночного,
Это последние хлопоты на улице, а потом все. Домой, наряжаться и преображаться. А следующий аромат, к сожалению, уже давно снят. Но я не могу не упомянуть о нем в моем новогоднем ароматном хороводе. Аромат от Oriflame Precious. Драгоценность, сокровище. Если кто-то не любит сетевые ароматы, то этот вообще не тот случай. Он действительно уникальный. Это сокровище. Он сопровождает меня каждую зиму вот уже минимум лет 10. И тогда у меня не было даже сотой части ароматов, что есть сейчас. Но каждую зиму он обязательно со мной, и любовь к нему с тех пор ни капельки не угасла. Наоборот, я еще больше его стала любить и ценить. Это мой далеко не первый флакон, и у меня еще, к счастью, есть запасы, и есть у меня флакон с парфюмом, даже Precious. Для меня этот аромат всегда был исключительно зимний аромат. И посмотрите, мне кажется, даже сам флакон похож на елочный шарик. Сверкает, и даже вот эта петелька есть, что прям так хочется повесить его на елочку, на елку своих новогодних эмоций. Добавить туда еще и эту эмоцию, драгоценную. Не просто зимний аромат, а именно праздничный, мой драгоценный елочный шарик. Это такой красивущий пряный аромат, это свежий бальзам, так сладостно обволакивающий, околдовывает доброй зимней магией. Да, хочется сказать, что он очень специево-пряный, но и сочно-мягкий, фруктовый. Да, одна капля этого бальзама в горячий напиток для сугреву. Сладостный напиток. Аромат очень наполненный, звучный и искристый, яркий и гармоничный. Но несмотря вот на это его праздничное ощущение яркое, аромат очень слаженный, гармоничный. И солидный. Все здесь поет, звучит и звенит зимнее волшебство. Здесь есть персик, груша, апельсин, ландыш, жасмин, амбра, мира. И все это дарит ощущение, как когда вот из теплого дома наблюдаешь за морозной праздничной улицей и не понимаешь, то ли это у тебя в глазах уже золотится, то ли эта атмосфера на самом деле наполнилась этими золотистыми яркими огоньками. И все в предвкушении того самого яркого торжественного часа. Этот аромат дарит мне ощущение уюта, наполненности и счастья. Поистине драгоценные эмоции. Настоящая драгоценность. Я благодарна этому аромату, что он все это время со мной. И говоря о сокровищах от Oriflame, к сожалению, снятых, Я никак не могу упустить мою зимнюю красавицу, богиню Фрею. Этот аромат, наверное, самый-самый дорогой, любимый из всех, что я знаю для меня. Да, может быть, для кого-то звучит нелепо и смешно, но это так. Я не знаю, как это объяснить и что с собой поделать с этим вот моим слепым, таким безумным поклонением этой богине зимней Фреи. Я не мыслю уже себя без этого аромата. Он является одним из моих ароматных «я». Конечно, давно его уже сняли. У меня кое-какие запасы есть, но я постараюсь, чтобы они как можно дольше не закончились. Я не могу, честно, не могу это объяснить. Это дикая любовь. Сколько бы я похожих не встречала, все не то, совершенно не то. Что здесь? Здесь, наверное, магия. Только до меня дошло. Да, что-то заколдованное есть в этом аромате. Я не могу никак от него отцепиться, он меня все время тянет. Я несколько раз на день, в любое время года подхожу к нему и пробую. По капельке буквально выдавливаю на запястье. И это, наверное, мой наркотик. Но что в нем? В нем сладостность женской красоты. В нем свежесть прикосновения снега. Девственные заснеженные вершины, где царит только она одна, богиня Фрея. Из всех-всех ароматов, что я знаю, и что я вот сейчас о которых говорила, самая настоящая зимняя сказка для меня
уже много лет, это аромат Фрея. И какие бы крышесносные ароматы я не встречала, никому еще не удалось побороть мое поклонение этой богине. Ох, друзья, у меня, конечно, их много ароматов, которые мне помогают в создании новогоднего настроения или зарождают во мне искорку предчувствия новогодних праздников, или мгновенно охватывают разум и эмоции и полностью погружают в новогоднее состояние. Разные влияния. Они все разные по воздействию, но вот в этих, пожалуй, самые яркие ассоциации с Новым годом. Но мне все же еще хочется отметить некоторые ароматы, которые со мной вошли в эту зиму и также меня радуют в первых рядах. Ведь всегда нужно разнообразие. И если ароматы зимние, например, да еще и новогодние, то не нужно, конечно, их составлять из стереотипов. Это конфеты, печенье, елки, мандарины. Не, ну не без этого, конечно. Но мир настолько разнообразен, и наши эмоции, и ощущения, они беспредельно разнообразны. Нужно, конечно, фантазировать, воображать, мечтать почаще. И я тоже порой в холодные зимние дни, насытившись вот этими сладостными, теплыми, гурманскими ароматами, начинаю испытывать жажду по каким-то таким свежезеленым ароматам. Но в то же время хочется, чтобы они оставались в гармонии с зимним состоянием души и атмосферы. И вот есть у меня два аромата на эту тему. Я недавно о них уже говорила, но все-таки считаю нужным их упомянуть и в этой теме. Один из них мой новичок, аромат от Gucci Bloom. Боже, как он красив в холод, в мороз. Это что-то совершенно необычное. В теплое время он больше такой хлестко-зеленый, но с холодами в нем больше проявляется сладкая кремовая база. И это сочетание горьковатой, насыщенной такой зелени и кремовости почти сладостной. В мороз это просто божественно. Это такое разнообразие, это нечто, это что-то непривычное, необычное. Как-то привычно вокруг отовсюду звучат сладкие, теплые, ну просто сладющие ароматы. Но этот, наверное, он даже не всем будет понятен, но я в нем вижу гармонию с морозной зимней атмосферой. Как он звучит, как поет. Он просто буквально звенит рождественским звоном. И этот аромат, он умиротворяет зимой. Это как медитация. Перед встречей Нового года нужно привести мысли и душу в порядок. Хлесткая зелень и свежесть смягчаются кремовой, свежей, теплой базой. Почти сладостной. Тубероза, жимолость и корень ириса. Всего три ноты в этом аромате. Вполне зимний, свежезеленый аромат. Его кремовый шлейф на морозе просто невероятно красивый. Самое главное, он в гармонии с зимней атмосферой. И еще один зеленый аромат, он достаточно редкий, от Sabé Masson под названием Artist. Вот это уже настоящий шипр. Но какая же зима без шипров? Ну вы же знаете, как красиво звучат шипры зимой. Этот шипр необычный, он называется андрогинный. И это настолько невероятно нежный, женственный, хрустальный, прозрачно-зеленый шипр. Но я очень хотела бы слышать его от мужчины. Но я не могу назвать этот аромат унисекс. Он действительно андрогинный. Так его позиционирует автор. И сейчас зимой он такой хрустальный, свежезеленый, глубокий очень. И так шиприт прям. Но это все, конечно, погружает в сказочный лес. Но какая зимняя сказка без сказочного леса? И хотя он пахнет мхом, зеленью и такой свежей, влажной, чистой землей. Ну а в зимнем лесу же такого не наблюдается, все же под снегом. Какой мох, какая зелень. Но тем не менее сейчас вот зимой он очень гармоничен и сказочен. Этот нежный хрустальный шипр. Это мох под корочкой льда. И это как, устроившись в кресле под пледиком, втайне от всех, перечитывать свои любимые лесные сказки. А еще мне нравится в этот предпраздничный период аромат
от Шанель Габриэль. Как он красив в холод. Как он шлейфит от шарфов и свитеров. Он, безусловно, создает праздничное и позитивное настроение. Но что касательно именно вот новогодних праздников, у меня с ним такая ассоциация, что это предпраздничное настроение, это канун Нового года. Это спокойные и приятные хлопоты. Это предчувствие того, что вот-вот ты закончишь последнее дело, и уже пора переодеваться и менять аромат для той самой главной ночи в году. Но он сопровождает тебя в приготовлениях, безусловно, дарит море улыбок, окружающих и комплиментов, всегда держит в позитивном состоянии духа и такое внушает ощущение, вселяет ощущение женственности и уверенности. В нем я хочу быть 30 или 31, когда вот это ощущение, что все самое-самое вкусное и интересное потом, а он как предвкушение, предчувствие. Главное не терять положительного настроения духа и верить, что все загаданное обязательно сбудется. И есть у меня еще один аромат новогоднего шоколадного настроения. Аромат от Монталь Chocolate Greedy. У меня нет полноценного флакона, только такой хорошенький отливантик, к сожалению. Шоколадная жадина, или бог его знает, как это переводится. Но это шоколадный Новый год. Точнее, для меня это горячий шоколад из кафе Starbucks. Это горький горячий шоколад в кружке с новогодним орнаментом. Это так сладко и так уютно и тепло и в доме, и на душе, и в кружке. Но подобные ароматы я, как уже говорила, могу носить только именно вот в этот праздничный новогодний период. Все остальное время это, ну это просто не то, что несерьезно, это странно очень сильно пахнуть горячим шоколадом, как будто я пролила на себя кружку с этим шоколадом в кафе. Но честно сказать, это не примитивный просто шоколадный аромат, он очень глубокий, красивый. Конечно, там очень богатый состав, это чувствуется, дороговизна. Но в качестве парфюма это дарит очень яркие положительные эмоции, веселые, поэтому для предновогоднего настроения это в самый раз. Ой, ну все, теперь мне точно пора останавливаться. Иначе, вы же знаете, я тормозов не знаю, и такого понятия не знаю. Конечно, ароматов много. Я, к сожалению, у меня было мало времени свободного, и я пропустила. Очень хотела сделать об осенних ароматах моих в прохладную осень. Потому что в этот период как раз я... Для меня многие ароматы открываются с новой стороны, раскрывают свою суть красивую. Я их слышу только в холодное и прохладное время года. Летом у меня напряженка с этим. Но я не показала того, что хотела об осенних ароматах. Может быть, кстати, все осенние ароматы плавно переходят, конечно, в зимние, хотя есть сугубо зимние ароматы, о которых я вот сейчас упомянула. Может быть, все-таки я еще сделаю продолжение о других каких-то моих ароматах, которые я тоже люблю в этот холодный период осенне-зимний. Да, немного ли? Посмотрим, как получится. Также я зимой люблю очень ароматы. Вот недавно я приобрела Allure от Шанель. Сказочный аромат. Miracle от Lancôme уже много лет, мой зимний спутник. Моя новинка, аромат от Burberry. Это лимонадик Буратино в очень красивой парфюмерной интерпретации. Но это более осенний аромат. Роза Уд от Yves Rocher. И, кстати, от Killian, одно из черных яиц, называется Killian Me Slowly. Тоже там такая игра, из жара в холод бросает. И сладостный компонент мне даже немножко напоминает что-то от Zadig, вот это вот химозное сладкое молоко. Ой, ну что говорить сейчас, я опять начну как на словах перечислять, я не остановлюсь. Друзья, я вам безумно благодарна за то, что вы остаетесь со мной, слушаете, смотрите. Я вообще не представляю, кто все это выдерживает так долго. Но, блин, я не могу по-другому. Я не знаю, что делать с собой, прям вот по губам бить, чтобы я так много не говорила. И это я считаю, я все вкратце ведь. Вот я уверена, что я вкратце рассказала. Но теперь получится, наверное, на 3 часа. Я очень вам всем благодарна, люблю вас, мои дорогие зрители. Поздравляю вас с наступающим Новым годом.
Хочу вам пожелать очень много радости, мира, добра в ваших домах. Финансового достатка, конечно, обязательно, без этого никак. И чтобы вас окружали счастливые, улыбающиеся, любящие вас люди. Здоровья и благополучия вашим самым близким и любимым, потому что очень часто наше личное счастье, благополучие, эмоциональное здоровье зависит от этого состояния наших близких, правда? Так что давайте в первую очередь пожелаем им всего того, что мы пожелали бы себе, а потом уже и нам. Все, я останавливаюсь. Мне пора уже уходить. Спасибо, дорогие мои. До скорых встреч!